Для калачей понадобятся сахар, мука, сливочное масло, 3 яйца, мак, сметана, сода, разрыхлитель, ванильный сахар и соль. Растопим сливочное масло и добавим сметану. Отдельно взбиваем яйца. Часть оставим для смазывания выпечки. И добавляем в смесь сахар. Некоторое количество просеянной муки мы отделим для того, чтобы могли формовать. Добавляем ароматизаторы. Это ванильный сахар, соду. Ну и небольшое количество разрыхлителя. Всыпаем в муку соль и перемешиваем. В сметанную смесь вливаем яичную и добавляем муку. Оставляем тесто на 15 минут, а после делим на бруски. Формируем шарики, раскатываем их и делаем калачи. Каждый смазываем яйцом. Сверху украшаем маком. Выпекаем при температуре 200 градусов 15 минут. Рецепт сметанных калачей. Растопите сливочное масло и перемешайте со сметаной. Смешайте взбитые яйца с сахаром. Всыпьте в муку соду, ванильный сахар, разрыхлитель и соль. Соедините сметанную и яичную смеси, добавьте муку, замесите тесто. Оставьте тесто на 15 минут, затем сформируйте калачи. Смажьте калачи яйцом и украсьте маком. Выпекайте при 200 градусах 15 минут. Готовим по проверенным рецептам вместе с опытными кулинарами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски программы.